сердечно-сосудистых заболеваний не только у нас в республике, но и во всем мировом сообществе. Конечно, кардиологическая служба, она должна быть у всех на высоте, да, и должны быть все инструментальные методы исследования, которые сейчас доступны в современном мире, но, к сожалению, пока мы к этому не пришли. И вот сегодня у нас подписано соглашение между институтом имени Бакулева, это институт сердечно-сосудистой хирургии, и Минздравом Республики Южная Осетия. И первая бригада специалистов, которая готова приехать и проконсультировать наше население, потому что у нас действительно есть сложные случаи сердечно-сосудистых заболеваний, патологии сердца. Также у нас есть дети с врожденными пороками сердца и тяжелые нарушения ритма. Специалисты Бакулева готовы приехать большой бригадой и проконсультировать наше население, поэтому на сегодняшний день мы готовим все документы и сейчас будем рассылать письма в районы и кардиологам республиканской больницы нашей поликлиники, чтобы они подготавливали тех пациентов, которые нуждаются в консультации таких специалистов, ну, специалистов высокого уровня.